На пороге 2023 год. Это год чуткого, нежного и ласкового животного. Год кролика. А вот что по этому поводу думают звезды? Каким будет этот год для каждого из нас? Будет ли он таким же приятным, как этот зверек на ощупь? Давайте узнаем. Начнем, как всегда, с первого представителя, с Овна. Овнов 2023 год ожидает довольно активный, яркий, благополучный во всех сферах, несмотря на то, что им придется немножечко попереживать, потому что год будет таким неровным, им придется покататься на американских горках то вверх, то вниз, но это им позволит добиться тех успехов, которые они хотят. И самое главное, с апреля месяца на них будет сыпаться дождь, как из рога изобилия подарков. Самое главное их не упустить, потому что это произойдет еще не скоро. Год для тельцов следующий будет прорывным и очень удачливым. Смело беритесь за новые проекты, покоряйте новые вершины, идите к новым горизонтам. Первая половина года, возможно, в этот период вы столкнетесь с препятствиями, но они для вас будут служить волшебным трамплином. Для близнецов 2023 год – это год снятия розовых очков и обретения своей уверенности. В первой половине года ваше трудолюбие и усердие принесут вам большие плоды. А вот во второй половине года необоснованные страхи могут помешать достичь успеха. В сердечных делах все будет ровно, спокойно, но самое главное – не соглашайтесь на сомнительные предложения и верьте своей интуиции. А вот у раков, по прогнозам астролога, есть выбор, как провести этот год, сокрушаясь неудачам или же принять все как есть и искать позитив. Творчество и особенно музыка станут главными помощниками в романтике. Начиная с апреля, карьера пойдет в гору. Ярким, активным и неожиданным этот год будет для львов. Главное – научиться подстраиваться под обстоятельства. До апреля звезды советуют царям зверей ловить удачу за хвост, иначе возможность такая появится еще не скоро. Девам год кролика принесет успех не только в любви, но и финансово. Возможно, будет повышение в зарплате или неожиданный выигрыш. Весам в 2023 году рекомендуется направить свой фокус внимания в профессиональную деятельность, так как их там как раз и ожидает успех. Но, тем не менее, все равно нужно будет для этого потрудиться. Скорпионам первая половина года подарит возможности в различных сферах. Но, возможно, даже им придется пройти через какие-то неприятные события, но оно того стоит. С апреля месяца направьте весь свой фокус внимания, свою энергию на реализацию себя в социуме и на профессиональный рост. В романтических отношениях все будет умеренно, спокойно. Не сопротивляйтесь переменам, и тогда ваш год пройдет успешно и благополучно. Благоприятным 2023 будет и для стрельцов, особенно первая половина года. Представителям этого знака звезды советуют быть активными, и тогда удача вам улыбнется. А врожденное чувство юмора поможет преодолеть все невзгоды. Козерогам водяной кролик принесет удачу во многих сферах, если только не сопротивляться переменам, а принимать их с радостью. В течение года вам предстоит принимать непростые решения, но награда того стоит. А вот водолеям 2023 год принесет много неожиданностей и приятных сюрпризов, а еще их ждет изменение социального статуса. Год отлично подходит для духовного развития. 2023 год для рыб ознаменуется годом отдыха. Уйдут все лишние люди, отвалятся все ненужные дела. Во второй половине с апреля войдет стабильность и расширит ваши долгожданные возможности. Как вы думаете, сбудутся предсказания астролога? Я тоже думаю, время покажет. Несмотря на то, кто вы по гороскопу, я желаю, чтобы все ваши мечты и желания в новом году обязательно сбылись. И чтобы наступающий год был еще лучше, чем уходящий. Лисенок Бусинка и Барбариска, а также Эльвина Зарипова и Александр Тарасенко поздравляют вас с Новым годом!